Как Кинешма справилась с программой формирования комфортной городской среды, проверил губернатор Станислав Воскресенский. В текущем году городу по программе направлено более 30 миллионов рублей. 14 миллионов из них на благоустройство 6 придомовых территорий. Работы проводились с учетом мнения горожан. Много просьб было именно по обновлению центральной части Волжской жемчужины. Сделаны тротуары на улицах Советской и Ленина, а также площадь перед Троицким сквером. Дополнительно выполнено благоустройство газонов и небольших парковок. Парковок у нас в Кинешме немного, и беда, как, наверное, во всех городах, все лезут на газон поставить. Поэтому мы, когда ремонтируем придомовые территории, мы обязательно предусматриваем значительное количество парковок, чтобы убирать с проезжей части, чтобы была возможность проезжать специализированному транспорту, и они не загромождали движение по дороге.